Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск. Объявлен международный фотоконкурс Unlucky Revolution. Неудачная революция. Дедлайн 31 мая 2021 года. Организаторы поясняют по поводу темы конкурса. В 2021 году фестиваль «Фотометрия» проходит в 13-й раз, а Греция отмечает 200-летие греческой революции. Эти два условия легли в основу названия конкурса. С одной стороны, обыгрывается несчастливое число 13, с другой — слово «революция» в честь годовщины восстания. Однако оба слова также скрывают удачу и эволюцию, создавая таким образом игру между значениями. Каждый из участников имеет право прислать только одну фотографию размером не более 500 килобайт. Заявки на участие принимаются через сайт конкурса. В качестве призов — фототехника Olympus, а также фоторюкзаки Coolman. И один из трех победителей сможет принять участие в фестивале следующего года с персональной выставкой. Пробуйте, дерзайте. Всем желаю удачи!